Хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Андрей. Ветров Андрей Викторович. Год рождения какой? 80-й год. Откуда сам родом? Москва. С Москвы, москвич, да? Так точно. А, мобилизированы? Мобилизированы. Расскажи, как все произошло. Повестка. 6 числа повестка, 8 числа. С требованием явиться. Пришел на сборный пункт и попал в армию таким образом. А какой месяц? 8 октября. А какой-то опыт до этого был? Служил, я да? В армии не был даже. В армии не был? Я не был в армии. А как попал? То есть даже без срочки? У меня не было срочки, да. А почему? Почему? Почему не было срочки, да. Ну, так как бы в России это обязательно. Ну, у меня срочка попадала на 98-й год. И не знаю, насколько там на тот момент мы армии нужны были. Ну, я не прятался, ничего не было, никаких ни повесток, никто не позвал. Угу. Поэтому таким образом я в армию не попал. Учебка какая-то была? У нас, да, была. Мы попали. Мы много ездили вообще. Я принимал присягу в Москве, высшее офицерское училище, МОСВОК оно называется. А дальше проходили обучение в Кантемировской дивизии танковой, это Подмосковье, Наро-Фоминск. Это элитная дивизия, насколько я знаю, да, Кантемировская? Не могу ничего сказать, но она с именем, да, угу. Кантемировская танковая. Дальше как там, я не знаю. И в последующем нас привезли в Москву, поселок Мусрентген, 27-я Севастопольская горнострелковая. Какой бригаде я был приписан, где получил оружие. И там мы также проходили обучение недели три еще. А должность какая у тебя? Рядовой и пулеметчиком назначили. У меня был стрелок по приезду в Уразово, ближе к границе уже. Пулеметчиков у нас в подразделении не было. Сказали, ты будешь пулеметчиком. Вот так я стал пулеметчиком. А пулемет знаешь, учил до этого? Показали, как разбирать, как собирать, как вставлять ленту. Я ни разу с ним не стрелял. Вот. В Украину когда зашел? Сейчас скажу вам точно. 27 или 29 ноября. Направление какое? Мы заходили, базируясь в Уразово. Уразово, да? Уразово, так точно. Это область... Это Белгородская область, я так понимаю, это рядом Валуйки. Это Харьков. Ну, Харьков, а ну, давай посмотрим. Это Харьковская область, Валуйки, это... Ну, граничит сейчас. Это Харьковская область, Валуйки, это Харьковская область, мне кажется. Я честно скажу, я со всеми здесь изучаю географию России. Кто откуда есть. Списка. Да, это Уразово, это как на Купянске идти. И куда приехал в Украине? Под какой населенный пункт? Как выяснилось, рядом с Новоселовкой, там, где меня поймали. Угу. Когда? 13 января. Это, можно сказать, полтора месяца ты воевал, нет, да? Нет, нас выбросили в поля между Сватово и Новоселовкой. До Сватово было 12 километров. Угу. Там у нас была задача окопаться. Вот мы там находились еще, наверное, дней 18. В Новоселовку, как выяснилось, мы выдвинулись пешком. Это уже было 18 декабря. Угу. Ну, может быть, день два я могу путать. Угу. Вот получается с 18 декабря. А в плен как попал? В плен? Ну, сейчас, по прошествии времени, понимаю, что началось ваше наступление. Там, где нам дали... точку наблюдать, начался обстрел, мы по привычке ушли в укрытие, через 10 минут вышли, уже вокруг были ваши люди. ВСУ? Ну, они не представлялись, люди военные были, поэтому кто это был, не могу сказать. Это с декабря в плену, да? Нет, нет, я не с декабря в плену. Меня поймали в январе, 13 января меня поймали. Старый Новый год. Да, так точно.
И 19 января я попал на тюрьму в Харькове. А до этого чем занимался, до мобилизации? До мобилизации я отбывал. Меня, получается, посадили в 16 году. В 22 я освободился. А за что посадили в 16? Дача взятки должностному лицу. Что это за история была? Поарестовали якобы с машиной, что-то не в порядке. Ага. Начались провокации. Ну, как у нас называется, как принуждение взятки. Это полиция, да? Так точно. Пришлось дать, и на это меня поймали. Осудили, дали 8 лет, и как раз отбывал я в Валуйках эти 8 лет. По 5,5 лет отсидел, подошла льгота, написал прошение, суд одобрил, меня 4 февраля я освободился. И 22-го началось вторжение, пошло-поехало. 24 февраля. Слушай, вот такой вопрос, да, а что за такой полицейский честный попался? Там же, ну, как бы коррупция, все нормально, полиция берет взятки, а тут тебе хоп, и хлопнули. Ну, так понимаю, что кому-то не нужен просто был, и таким образом. Человека лучше посадить, чем что-то с ним придумывать еще, поэтому вот. Я так и не догадался, кто это, что, но так понимаю, что просто проще было убрать таким образом. А до этого чем занимался, до того, как сел? Бизнес был. Какой? Автоломбард. Объясни немного, что это значит. Выдаю деньги под залог автомобилей. А серьезно какой-то? Ну. Ну, доход хороший был? Ну, не сказать, что хороший, но на жизнь хватало. А семья есть? С женой в разводе, трое детей. Трое детей? Трое, так точно. А сколько лет? Старший 17, маленький 8-9. А вот когда вышел, да, до повестки, там оставалось, ну... 20 дней до войны. 20 дней до войны, но до повестки там, когда до октября, да, в октябре была повестка, чем занимался? Ты приходил в себя больше, общался, кого не видел, игрался с детьми, они без меня выросли. Попало же на лето время, поэтому больше времени проводил с детьми. А вот эти все, кто сейчас больше идет, да, мобилизованные, да? Сейчас уже мобилизация закончилась, сейчас если кто-то идет, это, я так понимаю, только по контракту. Не, ну, большинство, как бы большая волна, это мобилизированы были, те, с которыми ты воевал. Да, волна была сумасшедшая, как бы, очень. По Москве, если я вот наблюдаю, очень много было много людей. Первая точка, куда нас привезли, это парк «Патриот» в Подмосковье, рядом с Наро-Фоминском. Очень много людей. Именно с московского региона там все были. А что люди вообще говорят, ну, между собой? Между собой? Угу. Основная масса людей живет своими маленькими проблемами, как маленький человек. Это семья, работа. Здесь пришла повестка, как бы Родина зовет. Они встали и пошли. А основная масса людей даже не вникает в суть, что происходит. Основной массе людей просто неинтересно. Обычные мужики, вот обычные мужики. Обычные работящие мужики. Это вот с тем, с кем мне подавилось встречаться, мобилизован. Нет у людей даже с высшим образованием. Нет командиров, нет никого. Просто вот обычные. Самые простые ребята. Но они верят в эту штуку, типа Родина зовет, нужно идти? Ну, они как граждане своего государства. Они вынуждены, во-первых. У нас уголовная ответственность серьезная на этот счет. И опять же, они вынуждены. У тебя высшее образование есть? Никак нет. А средняя специальная, да? Средняя специальная. А специальность какая? Ну, что-то с автомобилями связано. Я по ней никогда не работал. Это было в 94-м году, я уже точно не помню. Даже не помню, что заканчивал, да? Смотри, вот ты говоришь, Родина зовет. Да. За что зовет Родина? Можешь мне объяснить? Я вам сказал их мнение. Родина просто зовет. А за что она зовет? То, что у нас с экрана идет, вы это прекрасно сами видите, что у нас идет в новостях. Не, ну если честно, то я там иногда что-то где-то смотрю, да. Сейчас не очень там отслеживаю, иногда там захожу, что там вот этот Соловьев, Скобеева, вот Симоньян. С утра до вечера именно, да, даже такая какая-то тяжесть. Если сидеть просто дома, смотреть передачи, я вам хочу сказать, прямо какая-то тяжесть, прям какая-то как зомбирование какое-то идет. Конкретно от этих передач, они как-то уже их... Я не знаю рейтинги, как я за этим не отслеживаю, это другие люди всем этим занимаются. Но мне кажется, уже людям настолько опостылило, что рейтинги этих всех передач, они уже прям минимальные. Хотя им дают хорошее время на телевидении. Они именно, ну, одна заканчивается, вторая начинается. И все про Украину? Как правило.
сколько мне доводилось смотреть, потому что я всегда как бы... Вы отказываетесь от братства. Ну и брат с братом так не действует, когда на танки приезжают, и брат брата учит жизнь. Свободная страна, независимая. Ну зачем здесь кому-то что-то пропихивать, извините, я таким языком простым скажу. Что ты имеешь в виду, что вы отказываетесь от братства? Типа украинцы? Ну, с кем мне доводилось общаться, да, говорит, мы с вами разные. Да. То, что вы все время нас захватывали, вот я отца слышал, я говорю, ну а как же общая история, там еще что-то. Он говорит, вся общая история, это всегда вы нас захватывали. Поэтому, ну, вот такое мнение. Ну, так и было, это факт. Это факт. Ну, если исторически так посмотреть, то это факт. Это не только я так думаю, я так понял, да? Это большинство, с кем ты здесь общался в Украине. Основная масса людей, да. Основная масса людей, да, вот именно такого же мнения. Вот, по-другому поставлю вопрос. Вот умерло по, как бы, предварительным подсчетам, это Минобороны украинского, да, почти 150 тысяч россиян здесь. Ужасные цифры, просто ужаснейшие. И за что они умерли? Вот просто там родина зовет и так далее. Вот какая цель этой войны? Вот за что ты был мобилизован и за что ты воевал? Ты можешь объяснить? Я вам не могу объяснить. У меня не было никогда ни цели, ни желания, ни стремления уничтожать украинцев просто потому, что они украинцы. У нас очень серьезная уголовная ответственность, если ты, допустим, игнорируешь вот эти вот просьбы от правительства, которые тебе говорят, надо отдать долг родине. Поэтому вот это вот основное. Вот у нас очень было, вы, наверное, знаете, что накануне объявления мобилизации, когда ее объявили, очень много людей уехало в соседние страны. Да, слышал и видел, немного смотрел. Вот, да. Был ажиотаж, даже многие, вот я общался с таксистами, и еще на тот момент не было у меня никаких повесток, что вот они говорят, в аэропортах дежурили даже люди военные. Проверяли на постах и выписывали повестки на постах. Я вот с кем был мобилизован, просто на улице останавливали людей, забирали документы, говорили, что приходи в военкомат, там их заберешь. Там вручали повестки. И людям приходилось идти на войну, потому что когда он ее подписал, он ее взял и скрылся. Я не помню сколько, но снова серьезная ответственность за это. Вот смотри, у меня также вопрос. Ты говоришь, что большинство из них люди маленькие. Обычные, простые. Да, обычные, простые. И вот ты сказал также, что вы нас считаете не братским народом и так далее. Я немного глубже пойду. Был на прошлой неделе или две недели назад соцопрос. У вас? Да, у нас. И украинцы считают в том числе ответственными за войну россиян, простых россиян, так как ты говоришь, почти 90%. Потому что с их молчаливого согласия это все происходит. С их молчаливого согласия, и в том числе твоего, говорим так, как есть, потому что ты мобилизован, сюда пришел в другую страну воевать. Что об этом думаешь? Почти 90% украинцев так считают. Что вина не только там власти и Путина, но и простых россиян. Ну, конечно, мы же едем на этой машине, которую запустили оттуда. Я сам сел и на этом танке сюда приехал. Это однозначно, и какая-то часть вины лежит на моих руках. Это бесспорно. Ну, а как вообще, ну, а как вот людям не пойти? Это что, всем прийти и сказать, я не пойду, я не буду убивать украинцев? И опять же, и не так доводится мобилизован. Я же сказал, как нам доводят. Что мы будем около блокпостов полицейские функции. Это же совсем другое, чем вот как-то идеологически накручены или еще по каким-то там мотивам или причинам оказаться на фронте и именно заниматься тем, чтобы уничтожение. Все думают, что они как-то где-то будут в стороне. Вот выполню свой долг родине, как-то в стороне. И опять же, ну, как вам сказать, не пойти это как, это саботировать все это дело. У нас тоже за это ответственность огромная. Уже много людей пострадало просто, которые назвали вещи своими именами, которые назвали не спецоперацию, а войну войной. И вот на них тоже тяжесть закона на них легла. Поэтому все мне очень непросто. Хорошо. Вот ты
Ты предлагаешь войти в ситуацию россиян, правильно я понимаю? Нет, я предлагаю... Хорошо, какой выход? Ну, если кто-то спрашивал мое мнение, да. Эта война давно бы закончилась. Опять простой человек, он, как он думает, чтобы у него все было спокойно, мирно, тихо? Да. У наших правителей на это счет какое-то свое мнение. Они к нашему не будут словам прислушиваться. Поэтому ну, как-то это нужно закончить, потому что ну, два славянских народа просто себя уничтожают. Один другого, как бы, для каких целей, для чего? Смотри, вот когда мы говорим об этой всей ситуации, то, что в России такие законы, да. Да? То, что такая ситуация, то, что там такая власть, это чья проблема? Внутренние россиян, правильно? Мы выбираем своих правителей, конечно. Правильно. Мы выбираем своих правителей. Ты на выборы ходишь? Ну, долго не был. По той простой причине, которую я вам озвучил. Перед этим ходил, да? Да я не помню, наверное, и не ходил даже никак. Но голосовал вообще в жизни? Ну, может быть, как-то. Ну, смотри, с 80-го года тебе 42 года, правильно? Точно. То есть, за кого голосовал как за президент? Ну, я не помню, честно вам скажу. Хорошо, за политическую силу? За политическую, ну, я больше к Советскому Союзу. Тяжаешь, да? Не то, что сказать коммунистов. Ну, мне нравился тот порядок, который был там. Объясни, чем нравится? Вот мы почти одногодки. Я 81-й год, ты 80-й, да? Вот я украинец и россиянин, да? Вот просто объясни мне, чем тебе нравился Советский Союз? Потому что я почти ни хрена не помню с этого времени, да? Я был маленький, мне там 8 лет было, распался Советский Союз, все. Я ничего почти не помню. А чем тебе нравился? Вот мы почти одногодки. Мне не то, что он нравился. Я застал худшее его время, когда он уже... Да. Когда все распадалось, да. Когда все рассыпалось. Да. Когда все отделялись, все какой-то жили какой-то... Мания свободы. Я помню 91-й год в Москве, когда у нас был первый путч, когда люди чувствовали, что все уходит. Вот ну хорошо. Вот в этом вопрос. Да, худшие годы. А вот что хорошего в Советском Союзе? Просто думали объясним. О людях. Если у человека не было квартиры, он ее получал. Если у человека не было образования, он его мог получить. Все социальные лифты для людей были открыты. Те, которые закрываются сейчас, в данный момент. Расслоение общества огромное просто. В десятки тысяч раз, можно сказать. Тогда в разы оно было, да? Человек чем отличался от другого человека? Там, ну, квартира, служанка, там у каких-то профессоров, академиков, личная машина, еще что-то, хорошая работа, какие-то хорошие вещи по блату. Вот и все, чем он отличался от другого человека простого. Человек не жил в стрессе в постоянном, чтобы ему потеряет работу, не сможет платить ипотеку. Сейчас такие цены в квартире, вы, наверное, знаете прекрасно, что эта ипотека – это такой камень на шее. Что человек, если постоянно живет в стрессе, если он вдруг потеряет работу хорошую, на какую он рассчитывал эту ипотеку погасить, это все для него. Это он потеряет все. Он потеряет семью, все на свете. Поэтому оно как-то вот больше тот строй, не то, которое я захватил со своим детством, да, а изначально вот как это все начиналось. Смотри, вот я тебе скажу такую вещь, да, я сказал, что мы одногодки, ну, то есть, я не помню Советского Союза, я даже не могу там сравнить с чем-то, но я много книг читал, как тогда было и так далее, вот, у меня есть мама, ей 70 лет, то есть, она как бы родилась в Советском Союзе и так далее, и у нас как-то был разговор где-то год назад или полгода, я прямо спросил, мам, а ты хочешь возвращение Советского Союза или сейчас лучше? Что ты думаешь, ответила моя мать? Я думаю, ответила нет по каким-то своим причинам. Да, она ответила нет. Она ответила нет. Она не хочет возвращения Советского Союза. Хотя она родилась в Советском Союзе, жила в нем и так далее. То есть большинство своей жизни она прожила в Советском Союзе. Но она не вернешь хочет. То, что уже было. Да, прекрасно. Да, но она не хочет этого. Она говорит, я горда за свою страну, я горда, что я украинка, я горда... За то, что, да, были тяжелые времена в 90-х, 2000-х, да. Простые, и у нас тоже. Да, это все по-простому. Но я сейчас вижу по тебе, да, что больше возможностей сейчас как бы появилось. Если человек чего-то хочет, он чего-то добивается. Есть в этом правда. Есть в этом правда, да. Если человек чего-то хочет, он может добиться. В Советском Союзе, если мы говорим, то, например, для моей страны это был режим, да, для Украины. Да, я знаю много о ГУЛАГах, о украинцах, которые там сгнили, о свободе, которой не было, о уравняловке для всех и о партийной элите, которая хорошо жила. Все.
и 100 рублей, которые все получали, за которые ты не мог выскочить. И в ваших словах есть тоже правда. Я чуть-чуть как бы по-другому это сказал, что более справедливое как-то общество. И человек меньше стрессов у него было, чем сейчас. Это так, все зависит от человека. А так все, я с вами полностью согласен. Да. А вот если так хорошо было типа в Советском Союзе, почему Украина хочет в Европейский Союз? Она хочет капиталистический какой-то устрой. Почему? Это ваше право. Правда? Но и мы сейчас в этом же строе живем. В каком? Ну, тоже капитализм. Да нет, вы живете в строе диктатуры. Ну, нам подается, что как капитализм. Но да, но это не капитализм. Ну, ты же понимаешь, что это не капитализм, это диктатура. Ну, не без этого, не без этого. Свободы слова нету. Ну, она и вроде ресурс есть, она есть, но если я буду высказываться, я за это пострадаю. Боишься? Ну, конечно. Хорошо, я скажу по-другому, да, я всегда делаю это сравнение, потому что Норвегия маленькая страна, да? Да. Но как бы уровень жизни самый лучший в мире. Неплохо живут. Это страна номер один, да? И Россия, большая страна с большими природными ресурсами, да? И Норвегия... Я когда там был, почти неделю, да, в Осло, я там был, около Осло ездил, и разговаривал с норвегами, все разговаривали на английском языке, кроме норвежского, и они мне рассказывали, у них, когда нашли нефть, это также нефтяная страна, да, но она маленькая, они это называют oil tale, английский знаешь, да, это как бы нефтяная сказка появилась. Они все эти деньги начали как бы аккумулировать и сделали такой фонд. Они знали, что нефть когда-нибудь закончится, но у них есть поколения следующие. И все эти деньги они готовили для следующих поколений. Да? Что так если... же сделали арабы. Да, так же сделали арабы. Да? Почему Россия так не сделала? Мне такие интересы проявили. Я простой человек. Но почему не сделал? Потому что деньги ушли на какие-то другие цели. На палацы. На какие-то другие цели ушли эти деньги. Мы понимаем друг друга, правильно? Да, так точно. Да. Я к чему это все говорю? И вот как бы русский народ это не интересует. Это же достояние народа, правильно? Достояние ресурсы. Достояние народа, но не всех, да. Да? Да. Не, ну как бы по закону достояние народа, но а этими так, благами да. пользуются другие люди. Но всегда говорят о Украине. Вот вы сами сказали, ты сам сказал, что все время херячится в Украине. По телеку. Да, очень много передач сейчас этой теме отдано. Да. Вот в чем весь абсурд. Ну, да. Да, это основных проблем убирается для внимания людей. Как... И все переводится на Украину. Все переводится на Украину, да, вот, пожалуйста. Почему не взять такого простого человека, как ты, и сказать, все завязано на ипотеке, это полный пи***. Почему другие капиталистические страны, как Америка, может жить на кредитах и так далее, и все нормально, а... Россия живет на кредитах, и все плохо. Понимаешь? Поэтому я спрашиваю. Мы снова возвращаемся к этому вопросу, который был. То, что ты все сказал, это все внутренние проблемы России. И российский народ должен с ними разобраться. Правда? Разобраться, да, каким образом просто вот. А это пусть народ уже решает. Каким образом? Кто источник власти в России? Источник власти? Источник власти. Не понимаю до конца ваш вопрос. Источником власти в России кто есть? Президент, наверное. Так я понимаю вас. Источник власти. Нет. Нет? В Украине за законом источником власти есть народ. А единственный, это вы имеете? Единственный источник власти... Вот смотри, если бы ты меня спросил, кто в Украине источник власти, я бы тебе сразу ответил. Народ. Здесь много раз звучало «президент». Президент – это Путин. Хотя у вас другое записано в Конституции, но у вас уже настолько это все работает, что единственный как бы вот есть, это не президент даже, это царь, а все другие – холопы. И холопы это признают. Ну как холопы? Ну выходит он же, так. Он же лидер давно уже у власти у нас. И он признан во всем мире, как бы его после Ельцина уважают, и держался он хорошо, как бы. И какие мнения в зарубежной даже прессе. Не так давно о нем писали. Он был популярным. Он не рукоподаваемый сейчас. А сейчас все, и мы кровью, весь народ измазан, получается, кровью, и мы сейчас изгои во всем мире стали. И как из этого выходить, я не знаю.
У них большие головы, пускай думают. Но я так вижу, что выхода из этого никакого нет. А вот если бы мобилизированные все остановились и сказали «стоп, мы не пойдем», всех пересадят? Развернули оружие, как в 17-м году. Но это боятся хаоса, боятся разрухи опять, потому что у нас постоянно мы в какой-то живем нестабильности. У нас Но ты понимаешь, что разруха – это вопрос времени, санкции и так далее. Мир же глобален. Ну, мы, когда Союз был, мы тоже под санкциями жили, можно сказать и так. Не Советский Союз закрывался, его взяли, просто закрыли. Да? Поэтому, ну... Это не самое страшное, да? Не самое страшное. Хочешь что-то сказать украинцам? Хотел сказать, но как-то сейчас вот... Первое, что вбредет в голову, может какая-нибудь ерунда прийти в голову. Украинцам жалко, что два славянских народа режут друг друга с такой лютой ненавистью. И вот с каждой вот этой упавшей ракетой ров между нашими государствами, между нашими странами, между просто людьми становится еще больше, через которые простому человеку не перебраться. И вот это самое страшное. Мы всегда дружили. Вот у меня очень много было выходцев. Мы не делали никаких различий. Мы никогда не смотрели в паспорт. Мы смотрели на личные качества человека. А сейчас это никто в расчет не берет. Сейчас, если я русский, я изгой во всем мире, если я русский, украинец будет со мной общаться, а потом узнает, что я русский, он от меня просто отвернется. За то, что здесь происходит. А почему ты так думаешь? Ну, у меня такое мнение, не знаю, потому что я, с чем я здесь столкнулся. Простые люди сами вытягивают на разговор, говорят, что вы творите, говорят, зачем вы сюда пришли. Нас не надо ни от кого освобождать. Где вы здесь видели Бандеру? Где вы здесь видели фашистов? Ну ты видел, мне говорит. Я говорю, я не видел. Они правильные вопросы ставят? Так точно. Правильные же, правда? Так точно. Они русских режут? Русских? Вот так это, да. Вот украинцы. Ну вот я, попавший в плен, сижу сейчас перед вами. С этой здоровой в первый день мне два раза медицинскую помощь оказали. Трехразовое питание, очень хорошее отношение. Может быть, мы такого даже не заслужим, но оно есть. Поэтому люди, скрипя зубами, даже, может быть, из каких-то личных своих мотивов все равно. По-человечески относятся. По-человечески, именно, да, людской подход такой. С очень многих людей, которых я вот сейчас пока, будучи в плену, с ними встречался. И это очень приятно. И это дарит мне надежду, что не такого, наверное, этот ров и огромный, что, может быть, наши дети и внуки как-то смогут друг другу руки пожать. Ров огромный. Очень это, огромный. Это, да, это я понимаю. И с каждой новой ракетой он становится еще больше. Россиянам что-то хочешь сказать? Россиянам? Угу. Я даже не знаю. Что сказать россиянам? Что им можно сказать? Ты россиянин. Ты должен знать, как обратиться к своему народу. Я сейчас все я сказал свое мнение насчет того, что я здесь увидел. Вот, пускай они от этих слов свое мнение тоже делают какое-то. Хочешь быть обменен? Хочу, конечно. У меня же там семья, все знакомые. А смотри, если снова призвут, что? Вообще не хотелось бы. Я даже не знаю. Идти под пилу ложиться, чтобы отрезала руку, ногу, или, я не знаю, или попадать в дурдом. Я не знаю, что. Так-то у меня со здоровьем проблемы. Я буду на этот счет жаловаться. Если вдруг мне доведется попасть домой, пускай в этом разбираются. На фронт нет никакого желания попадать. А как закончить войну? Да и просто. Как закончить войну? Да. Очень тяжело. Как бы очень тяжело. И опять же, кто от мнения простых людей будет отталкиваться? Кто ее начинал, тот пускай думает, как закончить. Если весь мир с народом невозможно бороться, народ можно только уничтожить, а вы этого не дадите, и полмира за вас. Поэтому ее надо как-то закончить. Очень хорошо сказал генерал Лебедь как-то, я помню его высказывание, говорит, любая война заканчивается миром. Рано или поздно. Рано или поздно, только вот пока она будет длиться, сколько, какие реки крови прольются. Неужели каждый раз человечеству нужно в этих реках
грубо говоря, искупаться, умыться? Почему нельзя как-то вот договариваться? Почему ты говоришь человечеству? Кто начал войну? Война началась давно, с 2014 года идет. Ну кто ее начал? Ну это всем известно, как начались волнения. У вас был передел власти, начались волнения. У нас вот эта отправная точка была, я помню, очень много пошло добровольцев, когда они увидели одесские события. Это как-то очень людей побудило. Они думали, что здесь действительно нужна их помощь. Вот это такая первая волна была. Ну, потом вот Донецк, Луганск. Опять же, Россия в этот конфликт вошла, и вот, соответственно, мы как участники конфликта. С 2014 года. Ну, я так понимаю, что мы с 2014 года участвуем в этой войне. Сейчас открыто, явно. А тогда как-то это было все чуть по-другому. Тогда же, я помню, с телевидения не сыпалось, что мы в этой войне принимаем участие. У нас же говорилось, что мы не принимаем участие в этом конфликте. Мы помогаем тем и этим. Потому что мы не останавливаем поток добровольцев, у нас открыты границы. Ну, а так регулярных войск, вот я помню, как с тех времен говорилось, регулярных войск российских в этом конфликте не принимает участие. А может, все-таки все началось еще раньше, с Крыма? Да, про Крым-то я и не вспомнил, да. С Крыма все началось? С Крыма, так точно. Ну, просто россияне понимают, что мы возвратимся к историческим границам рано или поздно? Они понимают, что эта война не закончится, пока так не будет. Они понимают это, да? Ну, я думаю, я не могу за всех сказать, как я могу за всех говорить. Ну, я думаю, что кто о чем-то думает, у него такие мысли с головы не уходят. Часто говорят, что все началось в Крыму и должно закончиться в Крыму. Понимаешь, о чем? Ну, это самое сложное, чтобы как-то в какому-то компромиссу прийти, мне так кажется. Ну как, например, с Россией говорить о каком-то компромиссе? И как можно доверять России? Ну, во-первых, Россия должна все-таки выйти с оккупированной территории, правда? Или оставить это России? Даже если там люди ждут Украину. Очень сложный вопрос, не могу вам однозначно на него ответить. Как бы оно, и мнение украинцев менялось с каждым годом, наверное, мне кажется. Потому что, ну вот... Очень много я знал белгородцев, они каждые выходные ездили в ваш Харьков. Да. И очень неплохо там, и кто за покупками, кто да. просто погулять. Было такое. Да. Поэтому, я вам еще раз говорю, как-то различий никаких никто не делал. Вот эти. Даже эти границы никто не замечал, потому что, я вам так скажу. А сейчас что? Вот я тоже хотел всегда побывать на Украине. Побывал. В Харькове побывал. В Киеве 10 дней побывал. Сейчас добрался, можно сказать, до границы. Противоположные. Во Львове сейчас, да, я так полагаю? Нет. Ну, сейчас не во Львове. На Западной Украине. Где-то рядышком, да. На Западной Поэтому, Украине. Вот. И я так понимаю, что Украину я больше никогда и не увижу. Скорее всего, да. Да. Скорее всего, да. И очень печально это. Очень печально. А как бы это закономерно? Очень, это закономерно, да. Это закономерно. И Украину, если доведется мне добраться до дома, то, наверное, я и Европу не увижу больше никогда. У тебя сын, правда? Как? У тебя сын есть, да, 17 лет? Дочь. Дочь. А сыну? Все три девочки. Все три девочки, да. В армию не заберут, да, мне да. Больше вот, всего меня вот это просто нравится. Если там, ну, вот ты когда возвратишься, и тебя просто твои дочери спросят, пап, за что ты воевал здесь? Ну, все-таки, как бы, страны воюют за что-то, есть какая-то идеология, правда? Тяжело будет детям как-то все это объяснить. Тяжело им будет. А маленькие вообще на это задаваться на этот счет не будут. Старшие, ну... Я не могу дать такого однозначного ответа в двух-трех словах какого-то, чтобы вам сейчас на это ответить. Затрудняюсь сказать. We'll be right back.